до Варфоломеева она не доедет. Вратарь хорошо сыграл. Коновалов остановил шайбу. Моисеев. Выпихнули его из зоны. Ну и шайба, в общем, ушла из-под контроля Локомотива. Ух ты! Проморгал Коновалов-то бросок. Проморгал. Варфоломеев, автор заброшенной шайбы. Еще раз смотрим. Орлович, Грудков катит. Оставляет шайбу Варфоломееву. И, пожалуйста, четвертому звену. Марков, Савченко находились еще на площадке. Из-под Савченко и получился бросок. Не закрыл ближний угол Коновалов. Не закрыл. Так, ну Орлович, Грудков точно в ассистентах. 1-2, и настроение как-то улучшается.